Привет, с вами Эмиль Карлсон, август 23-го года, Зальцбург. Я с этого моста еще не фотографировал, не снимал видео, где сейчас я стою. А вот тот мост, который вы видите вдалеке, этот вот по этому мосту, об сторону, вот по тому мосту, который вы видите вдалеке. А сейчас снимаю эту реку с нового моста. Вот там пароходик вы видите. Кстати, здесь видно, как река. Я не знаю, вам видно будет или нет. Как река. Течение довольно такое сильное, я бы сказал. Ну, я считаю, видно, что течение. Сейчас покажу, значит, обзор. Здесь вот машины ходят. То есть здесь такой мост с машинами. Обычно я по другому мосту перехожу, там нет машин. Вот, кстати, по тому мосту, где я обычно перехожу, там машин нет. А здесь есть. Вон троллейбусы я вижу. Люди идут, я не хочу в лицо снимать. Вот, ну, вы видите обзор. Очень много туристов, очень много туристов. Ну что, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. А, вот, самолет. Я надеюсь, вам будет видно. Самолет прямо над городом летает, представляете? Идет дождь. Ставьте лайк. С вами был Эмиль Карлсон. Чус.